комментариях мне часто пишут, что вот, мол, в тех странах, в которых государственной религией является ислам, у мужчин с правами все хорошо. Но если вы приводите в пример эти страны, то в таком случае почему вы бегаете за какой-то одной конкретной женщиной? Ведь в этих странах для мужчины абсолютно нормально иметь для секса параллельно несколько женщин. Да, российское законодательство запрещает многоженство. Но трахать несколько баб одновременно оно вам не запрещает. Да и официально жениться на женщине тоже совершенно не обязательно. И тут, я уверен, мне возразят: ну так женщины же на это не согласятся. Ну так это уже ваши проблемы. Или вы думаете, что в мусульманских странах государство выдает мужчине несколько жен? Нет, это так не работает. Если ты хочешь иметь много женщин, то для этого тебе самому что-то придется делать. Ну и видео, которое это наглядно подтверждает, будет, как обычно, в конце моего ролика.